Привет, цени, пожалуйста, композицию и вокал. Привет, спасибо, знать, сейчас посмотрим. Musically, they're one of the most together and exciting groups going. Welcome, Focus. Ну, это, да, опять же, да, ну, просто не в тему, если стояла дама, я вспомнил, что вот это абсолютно нормальная дама, да, просто, ну, как бы девчонка стоит, что-то объясняет там, этот, объявляет группу какую-то. И обычно же, ну, именно слава по всему миру про наших там, типа, Наташа, даже в любой какой-нибудь Турции, Наташа, Наташа, иди сюда, Наташа, Наташа. То есть кто-то скажет француженке, я даже знаю, какое там французское имя, какая-нибудь там Мерлин, или не знаю, какая там, или испанки, кто-нибудь, никто не скажет, какая-нибудь, типа, там, «Эй, Мария Лопес, Мария Лопес, иди сюда, там, типа, петушка, ну, все, ну, что-то, Наташа, Наташа». То есть самая худшая слава, прям самая худшая, которая только может быть, и так далее. Но это прям полный хлам, абсолютно. Какая-то коричневая нота. Жалко мужика, прям с гитарой очень жалко. Это не, совсем не по силам взял, совсем. Если бы он сыграл бы в два раза медленнее, то есть у него немножко слышно, что какое-то там какое-то понимание о высекании небольшое есть, но он прям не справился. Как-то. Какой-то кринж пошел совсем. Поэтому, да, это звучит лучше, чем, допустим, Led Zeppelin какой-нибудь, но в целом это все равно старая труха.